Снос развалин торгового центра «Максима» в Золе туда начался. Но местные жители лишь разводят руками. Никто до сих пор не предупредил их о возможном повышении уровня шума и увеличении количества пыли в связи с началом строительных работ. Вот так сегодня утром начались первые за долгое время работы на территории торгового центра «Максима» в Золитуде. Как и было обещано, разбирать начали с самого утра. Прежде чем приступить к сносу, надо очистить всю площадь возле и внутри магазина. Неспешно. Рабочим некуда спешить. Еще не получено разрешение. Задержка произошла из-за рижской стройуправы. В управлении потребовали более детальный план работ. И, как нас заверили, получили его. Так что в течение дня все документы должны быть подготовлены. На месте трагедии в Золитуде начались работы по сносу торгового центра «Максима». Несмотря на то, что пока что убирают только мусор, из-за сильного ветра сюда, во дворы, уже несет пыль. Однако, несмотря на это, здесь ни одного сообщения о том, что на объекте будут вестись какие-то работы. У подъездов близлежащих домов ни одного объявления, как и в прошлую пятницу, когда мы сюда приезжали. Я как-то не замечал, честно говоря, да, чтобы что-то такое сильно было. Вроде так спокойно довольно все. Объявления были, что будут сносить. А где они были? Где-то висели или просто... В новостях. Где я слышала? Наверное, я в газете читала, что до 27-го будет полиция. Алла живет в доме напротив Максимы и уже привыкла к постоянным работам. Окна открываем, и вся пыль в квартире. Теперь такая ситуация продолжится еще как минимум 2 недели. С 8 утра до 6 вечера. Пока «Максима Латвия» будет убирать и вывозить мусор, демонтировать оставшуюся часть здания. За охрану и консервацию подземной части здания будет отвечать «Хомбург Золитуда». Планируется, что работы по сносу будут завершены к началу сентября. Таким это место гибели 54 человек останется только в памяти свидетелей трагедии. Анастасия Дьяконова, Кришина Слейтис, Латвийское телевидение.